Президент Ильхам Алиев направил письмо еврейской общине Азербайджана. В письме говорится: «Уважаемые соотечественники, сердечно поздравляю вас, еврейскую общину Азербайджана, с новогодним праздником Рош ха-Шана. Передаю каждому из вас самые искренние пожелания. В Азербайджане, который вносит важный вклад в межцивилизационный и межкультурный диалог в мире, и сегодня, как это было исторически, царят высокая культура сосуществования, образцовые отношения дружбы и братства между представителями разных народов и религий. Обеспечение прав и свобод человека на основе современных демократических принципов, сохранения языка и культуры этнических меньшинств, продвижение мультикультуральных ценностей и традиций толерантности являются одними из основных направлений нашей государственной политики. Еврейская община, на протяжении сотен лет проживающая в нашей отличающейся этнокультурным многообразием стране и считающая Азербайджан своей родиной, живя в условиях мира и спокойствия, никогда не сталкивалась с антисемитизмом и дискриминацией, стала неотъемлемой частью и равноправным членом нашего общества. Знаменательно, что наши граждане еврейского происхождения активно участвуют в общественно-политической жизни республики, не жалеют усилий во имя развития и прогресса нашего общего дома – Азербайджана. Дорогие друзья, Рош ха-Шана – это праздник обновления, радостных вестей и духовной чистоты. Еще раз передаю всем вам искренние поздравления по случаю этого светлого дня. Желаю вашим семьям счастья, вашим домам достатка. С праздником! Ильхам Алиев, президент Азербайджанской республики.